Всем доброго времени суток, с вами Елена, и сегодня хочу снять небольшое видео о моих азиатских орхидеях, купленных подростками 17 октября 2020 года. Вот они у меня, получается, восьмой месяц. Вот этот азиатский дикий кот, я его покупала в размере 2,5. Он был с небольшим цветоносом, на который не было надежды, однако он вырастил этот цветонос. В конце зимы он распустил первые 3 цветочка, и вот он потихоньку все время доращивает цветонос. Цветы крупные. Вот они крупные, очень-очень плотные. Вот, и вот сейчас попробую показать. Так, отодвину. Вот здесь вот он продолжает доращивать свой цветонос. Там вот уже формируются 2 бутона, просто интересно, насколько же цветов он процветет. Это его первое цветение. И вот здесь он распечатал корни. И вот здесь вот, по-моему, растет новый, фокусируйся, новый корешок. Не думаю, что это цветонос. Ну вот, эти орхидеи были куплены в Краснодаре в магазине «Лето» от сайта «Архарай». Они туда выдают, ну, дают на, или выставляют на продажу своих подростков. У меня сейчас стоят орхидеи на поливе. Вот я решила, пока вынесла их на кухню, сниму видео. И вот я купила 4 орхидеи. Ну, вот такой молодец дикий кот. Я их пересадила ровно через 2 недели после покупки. Потому вторая орхидея купленная. Вот, это Шиллериана настюартиана, она должна, ну, по фотографии цвести, не помню, куда дела горшок с фотографией, должна цвести бежево-желтым цветом, вот с такими серебряными. Ну, вот у нее за 2 недели полностью пропали все корни. Когда я покупала эти орхидеи, они все были уже политы, потому что, видно, девочки в магазине их все-таки подпаивают. И вот я принесла их домой и не знала, пересаживать, не пересаживать. И вот у этой красоты, которая по размеру самая была и небольшая, но самая дорогая из всех 4 орхидей, полностью пропали корни. И я на тяжах наращивала корни в перлите. Вот когда только вот она дала, ну, первые корешочки, вот этот листочек маленький она нарастила в перлите. И вот я ее весной пересаживала, так же, как и все остальные азиатские орхидеи, кора, циофлора и мох. И вот она за вот это время вот нарастила вот такой уже у меня листик серебряный, светящийся. Корней много, но корешки пока короткие, они не дошли еще до края горшка. Ну, я думаю, что я ее все-таки спасла. Вот из-за нее я приняла решение о пересадке. И считаю, что я правильно сделала, не пожалела. Но сейчас покажу следующую мою красотуню. Вот. Вот эту орхидею я пересаживала тоже. Ну, я их все в один день пересадила. Вот. Я ее посадила в 9-й горшок. И она сразу же... У нее, я ее покупала в размере 2,5. Вот она. С ее длиннючим названием, поэтому я ее просто называю, так как у нее Люда Маниана есть в родителях, дочь Люды. Вот, она, или Людина дочь. Вот я ее сразу посадила в 9-й горшок. Она с бешеной скоростью начала наращивать корни и дала сразу цветонос. Когда она... И на старом цветоносе процвела. И когда она отцвела, я приняла решение ее пересадить в 12-й горшок, потому что листья лежали прямо на столе. И на ней это никак не сказалось. Она вот не переставая, тут вода, не переставая, растит и растит всюду свои корни. И сейчас поверну, покажу. И вот с этой стороны, вот, ой-ой-ой, не цепляйся, вот с этой стороны, вот, корни, этот букет уже дошел до низа горшка. И стоило мне ее только пересадить, я ее пересадила перевалкой, она сразу выдала новый листик. Вот за вот это время вот она вырастила вот этот вот новый лист и сразу же дала еще один цветонос. Теперь у нее 2 цветоноса, которыми я ее покупала.
И два, которые она вырастила у меня. Ну вот, после первой пересадки цветонос дал бутон. И вот так вот зацвел. Вот посмотрите, какой он весь в черточку, полосочку. И губа. Вот я не перестаю удивляться ее губе. Сейчас вот так поверну, чтобы видно было. Вот у нее на губе вот здесь, вот. Как лежит, ну не знаю, кусочек пуха какой-то. Она вся пушистая, ворсистая, как меховая. Такая красотулька. Не знаю, будет ли она продолжать этот цветонос или нет, но вот этот цветочек распустился неделю назад. А вот на совсем новом цветоносе она его вырастила длинный, и я его поставила на опору, чтобы не сломать, не зацепить ни за что. Вот. Вчера она распустила тоже цветочек. Он гораздо темнее. Цветы лаковые. Аромат. О, вот так вот видно, да? Вот какая пушистая губа. Очень-очень ароматная. Она очень вкусно пахнет. Ну вот здесь еще три бутона. Вот она, листья растет быстро, корни растет быстро, цветонос очень быстро. Но как же медленно она открывает вот эти свои цветы. Вот такая вот красавица. Вот я ни разу не пожалела, что я их сразу, ну как бы не сразу, а через 2 недели пересадила. Ну вот такая вот она красавица. И вот я что хочу сказать. Она до безумия милая. Но я не знаю, стала бы я еще покупать вот такого плана орхидею. Все-таки мне нравится, когда более пышное цветение. Это-то, конечно, это уже моя орхидея. Я ее люблю. Она прям прелесть, прелесть. Но я сомневаюсь, что я вот такого плана. Орхидеи цветущие там на 2-3 цветочка бы стала как бы расширять свою коллекцию. Иметь такую орхидею в коллекции здорово, но мне больше нравится, когда это пышное цветение. Ну и главная героиня моего показа, из-за чего все это видео затевалось, это вот. Девочки, мальчики, у меня зацвел домашним цветением сапфирик. Вот я покупала 4 орхидеи, и сапфир он был в размере горшок 3. Он был с цветоносом, но на нем оставалось там 3-4 цветочка таких увядающих. Вот, и цветонос стоял на опоре. Вот, когда мой этот выкинул цветонос сапфир, я попыталась закрепить его тоже на опору, потому что очень-очень нежный цветонос, очень нежные бутоны, боюсь зацепить. Но он против, вот где успела вот его закрепить чуть-чуть, все, он против, он растет как ему надо, я его боюсь трогать, я боюсь его сломать. Посмотрите, он растит и растит этот свой цветонос. И вот здесь вот он распечатал сразу 2 почки. Ну, не знаю, с пользой дела распечатал или просто так подразнить меня. Но хотелось бы, чтобы с пользой дела процвел он. Вот здесь срезан старый цветонос, потому что он дома доцвел там в течение недели и начал сразу усыхать. Я его срезала. Вот он тоже. Вот воду налила, и сейчас видно. Вот он тоже везде растит, корни. Вот воду я наливаю до уровня мха. Вот вода касается мха, он немножко впитывает. Все вот 3 вот этих вот орхидеи, они страшные водохлебы. И кот как бы запечатал корни, сейчас их начал распечатывать, то вот эти 2, они постоянно доращивают свои корни. Вот. Сапфир вот дошел до конца горшка. Так что я все-таки считаю, что я приняла правильное решение о пересадке. Но сейчас покажу еще вот с этой стороны. Вот. И он одновременно растит 2 листа. Вот так. Вот такие узкие листья. Ну, как у гладиолуса. Я не знаю, с чем сравнить. Вот такая прелесть. Вот такие радости у меня в начале лета. Вот получается, вот такие изменения произошли с 17 октября по 10 июня. Видео выложу чуть позже, потому что что-то у меня
Много всяких собралось новостей. Ну вот, вот такая прелесть. Девочки, мальчики, у кого нет сапфира, купите. Вот ни одной минуты не пожалеете. Вот у него крошечные эти цветочки. Ну, 2-2,5 сантиметра максимум. Но какие же они милые. И цвет. Вот эта фиолетовая губа. Вот камера прям почти точно передает сегодня его цвет. Вот такие у меня новости о моих азиатских орхидеях. Вот такая кисточка. Вот оно похоже, если кто знает, на веточку глицинии, когда цветет глициния. Вот прям веточка глицинии. Ой, красота! Ну, а всем большое спасибо. Будьте здоровы, берегите себя. И пусть ваши орхидеи вас только радуют. Всякие печали, неприятности нам вообще ни к чему. До новых видео. Пока-пока.